Здравствуйте. Я записываю свой стендап из поезда Бреста-Коммунары. Именно этим поездом можно сейчас добраться из Минска до Ходос, а с Ходос ходит маршрутка или автобус до города Мстиславля. В течение нескольких дней я буду снимать город Мстиславль и выкладывать видео на свой YouTube-канал. Так что подписывайтесь, делитесь видео. Ну что, поехали! Ну что, сейчас проедем по городу Мстиславль. We'll be right back.
всегда это лучше. Потому что что-то смелое остается за смелым. А мы на месте не стоим, а движемся вперед. Но при этом движении нужно еще смотреть, чтобы не повернуться уже куда не надо. Город это очень старый, у вас дальше ничего с наших гор. Уже так снесено. Центр, вот там, где она стоит, где у нас стоит этот. Райисполком. Райисполком, там был, торговый... там был ресторан Вихра. Значит, рядом были такие магазинчики. Я еще заходила при Хрущеве, покупала хлеб с кукурузой. Ну, я была школьницей, и мать посылала нас за хлебом занимать очень даже. В то время надо было постоять за хлебом. Oh,